Вот и явился наш герой. Аплодисменты очередному ублюдку Зевса. Явился как раз к последнему акту. Гера. Ужасно выглядишь. Все еще ищешь способ убить моего мужа? Ты знаешь, что я хочу отомстить Зевсу. Не могу тебя за это винить. С тех пор, как ты убил моего сына Ареса, Зевса снедает страх перед тобой. Его страх пройдет, когда я убью его. Выпьем же за это. Гера, я ищу деву Пандору. Пандору? Эту маленькую тварь, которую создал мой сын Гефест? Нет, этого я не могу допустить, дорогой. Убить его. Здравствуй, брат. Между нами ведь нет обид, Геракл. Неужели? Ты всегда был любимцем Зевса. Воздух Олимпа задурманил тебе голову, брат. У Зевса нет любимцев. Подумай сам, брат. Пока я расчищал Авгиевы конюшни, ты был избран, чтобы сразить Ареса. Тебе мало? Слушай еще. Когда тебя сделали богом войны, меня отправили искать яблоко. Назвали это подвигами. Да. Пусть мне и было позволено убить немейского льва, но именно ты прославился среди смертных. Жестокий воин, убийца, ставший героем, смертный, ставший богом. Но на этот раз, брат, на этот раз я одержу победу. Считай это моим последним, 13-м подвигом. Скоро я стану богом войны и сам воссяду на этот трон. Ты хочешь воцариться на Олимпе, но окажешься в подземном мире, Геракл. Это мы еще посмотрим. Убейте!
Теперь у тебя есть немейский час. Ты сможешь заставить задрожать саму землю.